Нищу уже я обработал, видео я сниму чуть дальше. Теперь вот еще один из финишных вариантов. Снимаем вот эти вот обечаечки, накладочки на пороге, вот такие они. И то же самое текстилом проходим распылением. Ну, в данном случае сегодня теплый денек тоже. Есть смысл это сделать на улице, не нюхать эту всю красоту. Ну, в данном случае, благодаря тому, что вот этот поводочек длинный, можно засовывать и чуть ли не вот сюда в порог доставать. И вот в эти места. Вот, я с той стороны не показываю, там это все зеркально. Вот, засовывается аж сюда. И отсюда вот. И опять же вот аж в ту часть туда подальше. То есть практически везде все, что мы текстилом обрабатывали, оно перекрывается, и это очень хорошо. Вот, как мы видим, остатки кое-где есть. Ну, ничего страшного. Там вон она и обешумочка наша видна, кое-где вылазит. Ничего страшного, это как бы нормально, хуже не будет. Берем тряпку, вытираем, и пусть вываливается. Ну, такая вот еще дополнительно работа была проведена. Короба вещь очень серьезная, поэтому если есть возможность, надо со всех мест обрабатывать их антикором. Ну вот, вкратце, правая сторона то же самое обработана. И тоже перед. Вот, кое-где наследил, но это все можно подтереть. Здесь, допустим, на пороге этот антикор, он тут нафиг не нужен. Все это убирается с помощью тряпочки, и все. Вот такая красота получается. Ну, вот еще один штрих. Берем вот такие салфеточки. Вот они. White Spirit. И вот эту вот красоту, в кавычках, берем, убираем. Ну вот, внутри коробов там просматривается, что там все замовилено и все чистенько. Последний штрих. Ставим эти обечаечки по местам и защелкиваем. Все чисто, аккуратно, так как и должно быть. То есть антикор должен быть там, где он должен, а грязь разводить никому смысла нету. Вот все, ставим обечайки и вперед. Все как было, так и осталось на своих местах. Вот и водительская сторона. Все, финиш.